Для участия в конференции пригласили известного американского спортивного врача, основоположника спортивной кинезиологии в США. Дэвид Лиф имеет большой опыт работы с национальными олимпийскими сборными. Здесь, в Сочи, он готов продемонстрировать эффективность кинезиологических методик при различной патологии. Не дождавшись мастер-классов, профессор тут же на открытии конференции показывает на спортсмене-паралимпийце, как работает кинезиология. Дэвид Лиф говорит о взаимовлиянии функций всех органов, систем и функций скелетных мышц. Простыми движениями с помощью техники диагностики мышц врач оценивает реакцию каждой скелетной мышцы в ответ на физическую или эмоциональную нагрузку. Цель визита в Сочи – понаблюдать, как в этом центре работают с паралимпийцами и дать врачам рекомендации, которые помогли бы улучшить состояние атлетов и их будущие спортивные результаты. Узнать причину болезни – значит победить ее. Это главная идея кинезиологии. Это направление, отмечает одна из российских основоположников кинезиологии Людмила Васильева, позволяет полностью изменить представление о реабилитации и в спорте, и в жизни. До сих пор мы всегда оценивали состояние человека в покое. Например, вы приходите к неврологу, и он смотрит ваши рефлексы в покое. И поэтому нельзя было понять, что происходит с человеком, когда он начинает двигаться. Прикладная кинезиология позволяет оценить человеческое движение и реакцию нервной системы нагрузкой. И поэтому это позволяет нам более оптимально, дозированно не только восстановить здоровье спортсмена, но и расширить его адаптационные возможности. В рамках научно-практической конференции «Прикладная кинезиология санаторно-курортной спортивной практики» пройдут мастер-классы, симпозиумы, будут рассмотрены и предложения по внедрению прикладной кинезиологии в систему спортивной подготовки. Слушателями конференции стали реабилитологи, спортивные врачи, массажисты, а также специалисты, участвующие в реабилитации спортсменов, неврологи, остеопаты, мануальные терапевты. Сегодня все чаще говорят о том, что спорт рождает больных людей. Кинезиологи уверены, случается это из-за неправильного дозирования нагрузок. Поэтому их главный совет тренерам – определять для спортсменов индивидуальные нагрузки. Инга Габеша, Демид Даниловский, телекомпания АФКТ.